Интерс, Интерс. Ну, под дефуз бомбы должен открываться. Своевременно в прыжке хедшот! Интерс! Это незаконно! Друзья, клип. Вот через даблдор закрывает КТ, и, друзья, выход ПП начинается прямо с этой секунды. Супра по флешку открывается, просто флешку оценивает в атаке, и Супра просто разбирает здесь четверых, и последнего, ну, отдайте эйс. Супре это эйс для Супры. Просто красавчик Супра. И говорит, лежать плюс не вставать. По 90. Не чекнули его, но только один минус. Лаки всех видит, убить, убить. Получилось. Подгорает, подгорает Лаки. Сколько же он тут минусов дает-то? Троих похоронил. Фейсгрейк последний. Ой, подгорел. Ну, не страшно, 69 остается. Фейскрека видели, все, точно позиция понятна. Бойка с шарта, по идее, должна действовать чуть активнее. Вот он, размен. Ну и выход на, прямо сейчас. Хоббит, когда дорывается давика, мне кажется, у него просто глаза загораются. Он такой, так, пора работать. Ой-ой-ой! Они... Ой, Хоббит! Иди четвертого сюда! Четвертого похоронил! Что этот парень творит? Давай еще одного! Нужен эйс, 24 секунды. Экзипауэр. Сегодня впервые близки к эйсу, ну как же он нарушает все это, экзипауэр ломает мечты. У Бейси Хоббита. Экзипауэр. Ой, какой он ставит, пытается фейковать. И посмотри, как фейкует. Но все-таки его остановили. А вообще обходить? Бунтик уже погибает. Тиммейта убили. 10 секунд. Как эту бомбу занести в плейн? 9, 8 секунд. Кризен. 7, 6. Есть, есть время. Есть время. Надо ставить. Аффлит на Б пошел. Не поверил. Это фейк по бомбе. До свидосик. Ох, какая досада. Добрый выкатится, но... О, как он спрятался-то с глоком в руках! Сейчас его фейскрэк не чекнет. Выхватывать калаш. И делай красиво. Сидит фейскрэк. Эть, эть. Как его убить? Как его убить? Идет в спину. Сейчас. И моментально на выйти. Бонни, как он красиво двигается! Как он красиво двигается! И КТ! Ай-яй-яй, на третьего немного не хватило. Тут экзипауэр с авиком отрабатывает, но очень битый экзипауэр. Бонди, конечно, вот большой молодец в этой ситуации. Респект. Все верно, все верно. Всем еще раз привет. Короночка. Лучшая карта и лучшие спины. И лучшая подсадка, но немного не получилось, но Хоббит! Иди сюда! Сначала с подсадки не вышло, немножечко там что-то настрелял, популькал направо-налево, а потом просто смещается на болото, и оттуда уже обстрел трех голов. Шик, блеск, красота. Планирует пройти, но пока что откидывает мото-мото вдоль. Шарта не долетел, никельбэк с пистолета, как ужасно! Хоронит сразу двоих, Фордедит отвечает по Диме. Вот вам и размены, 2 в 4, меньшинство складывается за эспадой. Все, этот раунд закрыт. И такое бодренькое начало от Simon Game. Казалось бы, что можно будет сейчас разбираться. Ну ладно, не будем торопить свой, потому что крит еще один минус делает. Но у него 44 хп, а его ждут с двух сторон. Ну давай, ассист, СВП. 28 секунд. Еще одного минус забирает! Крис, что? Еще и бамбу спокойно ставить можно? Ага, ага, все. Ставит за фонтаном, взял М-ку. А я бы взял дигл. Пошел, 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 открывай, уберет этот раунд! Минус 4 оформил. Летели флешки, все остальное выбегает. Фостер одного минусует, второго минусует. Очередь в ПБ Гейминг, похоже, пришла. Нет, 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 Норберт не палится, Норберт не палится. Закидываются гранаты тоже. И поджимает в итоге Моу. Остается один Норберт. Должна быть инфа, что он где-то в песках. Меняет позицию Норберт. Пошел раскрываться, двоих в ряд почти не он забрал, двоих в ряд. И можно еще из кубикса забрать. Что вы делаете, Саймон? Что вы делаете? Да как вы эти раунды берете? Один в три, да как вы это делаете? Угадывается, конечно, не стопроцентная инфа. Ну, как-то бы, конечно, увидел, поймать, увидел, увидел. Поймать бы его как-то вот головушка туда-сюда, ну что ты будешь делать? 40 секунд еще остается, все еще можно вообще уйти на точку Б, но желательно перед этим сделать минус. Сменил позицию Айван. Там ВП его чекает. Снова уворачивается. Как ниндзя, и открылся Кризен, был такой легкий шанс второй раз. А значит, мы понимаем, раунд 5 в 3, скорее всего. 2 в 5. Угу. Шира. Давайте за Шира тогда наблюдать.
наверное, он будет делать эту красоту. Напоминаю, друзья, раунд был 2 в 5. Шира не справляется пока что ни с кем. Супра забирает кошака. Шира минус хейзинг. 2 в 2. Шира, друзья, забирает еще и Спатича. И Шира забирает еще и Гангиню, друзья. Это победа. Гамбит 19-16. Не задается у них как-то на пистолетах. Помнится мне против LQET. Они также не самым лучшим образом отыграли на пистолетках. Там 3 из 4 они проиграли. Одно попадание по Ширу, и он уже отправится в следующий раунд отдыхать. На Фаня ставит шестшот, еще подав косту. Нычку чекают также на Фаня. Квадрокил уже делает. И Трэвис 1 в 2 остается. На Фаня. Очень близок к кейсу. Но пока что Трэвис еще живет. Флешку на Фаня накидывает, там Трэвису не будет куда смыться. А вот теперь Трэвис! Есть фраг по Нафане. Эйса не будет, друзья. Охрана отмена. Ну и Шира последний остается. Трэвис нычку, наверное, не прочекает. Начекал он Шира здесь. Ну и Шира. Шира ставит все-таки хедшот, друзья. Это раунд, который изначально начинался с ситуации 2 в 4. Не-не-не, похоже, крат бамбу не видел. Но забирает в итоге. Флешка очень поздняя. И Кеуза надо обязательно забирать этого снайпера, иначе потом будет худо-бедно. Второго снайпера попал. Прострелом. Кеуза мы тоже видели, как клатч он брал сегодня. Да как вы это делаете, Саймон? А если еще одном по голове? А, не заметил, что там сбоку к нему пульт подошел. Ну да, в итоге стоит один Джиар. Но кто знает Джиар, мы знаем, как может пострелять. Со скаутом тоже можно. Один в один, кстати, вроде... А он не заметил? Заметил. А ФК что ли был? Нет, это просто ошибка персонажа, я не знаю, он залез на лестницу. Остер принимает соло, выход на Б, минус 4 оформляет. Да, сейчас красиво было. Так, ну и Дарксайд. Забирает в полете, Нюки забирает еще и краша Дарксайд. Просто чешка магическая, у него в руках подбирает калаш, забирает еще и Фларича. И как бы соло-опорник справляется здесь без помощи своего тиммейта. И еще и последнего забирает. Ну, соло Дарксайд, что тут сказать. 4 фрага. Посмотрим, как тут будет работать. Ну, трон наработал на одного, в итоге молик полетел, Дарксайд сгорает. Хотя все-таки перед этим он успел сделать килл. Нет, не успел, тут все-таки трики делать минус. Ну, слушай, вот она его эмка. Да, может быть, Савика у него где-то в каких-то моментах не летела, но Сэмки зажимает отлично. В итоге 2 в 1 ситуация. И Айвену здесь нужно сейчас что-то делать, но тут выходят 2 игрока. Опасно, и в итоге, скорее опасно всего... играет, забирает Натива, и 1-1 остается против Малика. И забирает его Айван. Застрейфился, на самом деле, очень шикарно. То же самое можно, в принципе, и с песками оформить. Но, как мы видим, сейчас Айван должен был это дело услышать. 5 игроков, хаешки полетели! Просто но в ответ молит. Ангел трипл килл одной хаешка делает. Айван забирает в спину еще и трики. Слушай, ну не менее красивые хаешки в ответ полетели. Да. Но было неплохо. Не пикают игроки команды S-Gaming. Здесь мы видим просто кладбище террористов. 3 человека погибли в районе Пальмы. Бомба забирается. 23 секунды. Нужно действовать очень быстро. Ну и он идет, естественно, сразу необычным путем проверять центр, проверил темный, проверка лево, и первый пошел. Ой-ой-ой-ой-ой! Что? Что? Это подарок! О, я только что нашел новый сюжет для фильма Квентина Тарантино. Ну контролит, он же не зря тут смотрит уже 30 секунд этот ящик. Походу видел, да, понял, где он находится. Как-то с тиммейтом бы сыграть, или вообще уйти, или... Или вообще уйти, да, и пытаться открываться в другом направлении. Видел ножку, подсадка! Да-да-да, они вместе его хотят разыграть. Ох уж, Руфаер! 30 секунд, там еще сверху стоит Лайм. Ха-ха-ха, Руфаер! Имба позиция! Какой просто... Пошли в аркаду! Все матчмейкинги всех стран, объединяйтесь, завтра все сидим там и никуда не идем, короче... Первый блин комом, это про команду просто. Слишком много Руфаера было в этом раунде. И... Все еще на бомбе. Подожди, игрок. Подожди, 3-2, какой мертвый раунд. Вейландер сзади, Вейландер. Ай-яй-яй-яй-яй, 20 секунд до конца. Надо бежать, Б, придется бежать, а Алмазер не понял, что ему надо делать. В итоге он просто погибает, и Киндер на КТ. Флит выходит на базу, ай-яй-яй-яй-яй, какой ковалол. 9, 8, 7, 6, Флит. Ноги в руки и вперед, не чекает КТ, будет устанавливать бомбу. Он не успеет. Екиндер. 3, 2, 1. Бэм! Боже, какая корвалольная концовка. И что случилось с Алмазером? Эту бомбу защитить. Два смока. Плюс молотов, горит в шарте, там перестраиваются просто, отправили на КТ двоих.
Затягивается это все выбивание. Джерри убил длину, очень-очень важный минус. Ой, Алмазер просто на голову приземлился. Джерри. Ну все по разменам, и в принципе, да, большинство зарешало. Ищем бомбу. Нет китов, как же на овертаймах-то не купил? Вейландер! И время! Это троллинг? Звоните Мише Кейну! Что-то не работает, срочно! Срочно! Флит пытается пропрыгивающего убить, но там дым, две флешки, молота, в общем, все, что было, пробросили. Но что спина работает, Алмазер, ну, в принципе, довольно ранний минус делает, так что шансы на ретейк сохраняются. Флит, если законтролит Вейлендера, идет с прицелом, видит, убивает, 2 в 2. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас бы 4 в 2 на бомбе проиграть. Так, ну бомба стоит, подожди, играет длина, там снайпер. Да. Здесь без шансов, да, для Алмазера и... По бокам! Он успеет? Да ладно! Да ладно! Это ГГ! Просто! Звоните Кейну, я не знаю, как... Что это? ХЕ плюс молотов от атаки, пробегает Никлбэк. Контакт. Его начекали. Ну, короче, вот оно. Когда ты перевзял? Ты не ты, если не пушишь банан. Это про команду Форс. Там, правда, столько огня. Ну, два человека подгорело, но от этого как бы не легче, не горячо, не холодно. Супер спрей, фейскрэк. Двух ушатал, дальше врыв под флеш и... Железно! Железно, Флит, это финиш хим, вы видели? И уже минус 3 оформляет, минус 4, Зорт еще одного убивает, Старикс остается один. И сейчас обязательно сделает этот фраг, и в противном случае очень тяжело будет взять раунд. А там 25 секунд остается! Надо рисковать! Бомба-то слишком далеко, он играет с ВП, 18 секунд! Все, упрыгал один из игроков Юник уже, все, нету времени здесь у Старикса, 10 секунд, ему не дадут поставить бомбу. Пошел здесь рисковать, Робин. Хотя, подождите. Вы серьезно даете время поставить бомбу? Бери бомбу, ставь! Он не взял бомбу, он проиграл раунд, Старикс! Ой-ой-ой, он мог поставить бомбу! Оставался там одна секунда, он промахнулся, он не шагнул на бомбу!